Житыгоринский комбинат. Усилиями сотен молодых рук рожден он в Кустанайской степи. В его цехах асбестовая руда превращается в первосортный изоляционный материал горный дем. Годовой план комбинат уже завершил. До конца года он даст стройкам и заводам страны еще 30 тысяч тонн асбеста. Нет, это не макет будущей стройки. Житыгоринский горно-обогатительный комбинат уже 5 лет выдает продукцию. А эти ребята и девушки работают здесь и учатся в профессионально-техническом училище. В их руках секреты многих профессий. Даже не верится, что этот великан будет послушен тебе. Но экскаваторщик Петр Андреевич Неустроев вполне доверяет своему воспитаннику. В цехе у сушильной печи Николай Александрович Пилюгин обучает молодых обогатителей. Каждый мастер на комбинате – воспитатель. Молодежь привыкает к самостоятельности, перенимает лучшее из опыта старших. Газиза Ахиярова с помощью своего наставника, начальника смены Ханжана Жаханова, контролирует работу сложных приборов. На экзамене воспитатели требовательные педагоги. Достойное пополнение рабочего класса готовят специалисты Джитыгары.